Ситуация на востоке Украины по-прежнему остается очень напряженной. Режимы прекращения огня нарушаются регулярно. Минувшей ночью силовики обстреливали позиции ополченцев в районе Донецка более 45 раз. Из-за этого бойцы самопровозглашенной республики начали массовую передислокацию. Также украинские военные активно пытаются прорвать оборону Луганска. Идут бои за местный аэропорт. Минобороны ЛНР отметили, что за последние 10 дней интенсивность атак силовиков возросла вдвое.